Всем привет, с вами Лего, и это Стражи Эмбера, ребят. Всем поклонникам и любителям Диабло посвящается данная игра, а я постараюсь сделать для вас обзорчик на своем канале Лего Плей. Я запустил ее первый раз, чтобы замутить и посмотреть первые эмоции вообще, о чем игрушка, как бы... вкусить выбор расы и поиграть с весельем. У нас на выбор 4 расы. Это человек, это эльф, это гном и это Нея. В общем-то, все по стандарту на самом деле по расам, но... Вот если бы я был до 18 лет, я бы играл за эльфийку, как я раньше это и делал в моих РПГшках. Человек это достаточно, как по мне, скучный обычный класс, но, в принципе... В описании так и пишут, что это самая многочисленная и сильная раса среди Алиндейла. В общем-то, честно вам скажу, если без описания, я бы выбрал гнома. Давайте возьмем гнома такого мощного мужичка. Мне кажется, на нем будут очень красиво выглядеть доспехи. Итак, у нас есть гном-жрец, у нас есть гном... У нас есть подклассы, как вы поняли. Ну, ё-моё, ну, если вы играете в Диабло, конечно же, вы можете выбрать себе гнома-инженера. Вообще, гном, я считаю, это все-таки, наверное, инженеры. Было бы прикольно. Понятное дело, что есть темные рыцари, муари, есть маги, есть жнецы, есть охотники... Офигенно достаточно все выглядит, но как по моему мнению, все-таки гном это, как ни крути, может быть инженер. Агрессор, лечение, специальность, огонь, природа. Ну, в общем-то, инженер владеет передовыми технологиями. Их появление на поле боя всегда сопровождается огнем, дымом и взрывами. Они умеют конструировать турели, бомбы, мины и ловушки, а также залечивать раны, оказывая тем самым невероятную поддержку своим соратникам. То есть, такой саппорт-класс. Естественно, я мог сделать, допустим, назад, выбрать, допустим, класс эльфа и посмотреть, какие классы есть у эльфов, как это выглядит со стороны жрецы. То есть, ну, в принципе, то же самое. Поэтому возьмем расу гнома. Естественно, если хотел бы тупо быть супер хорошим уронером, то я бы выбрал класс, наверное, охотника и тупо в соло бы бомбил неплохие темы. Также, естественно, маг очень неплохо делает урон, жрец очень неплохо делает урон. Тупо, короче, танк-рыцарь тоже делает неплохие темы. Но инженер, мне кажется, это типа АОЕ такой класс. Далее мы можем выбрать цвет кожи. Мы можем выбрать цвет волос, и цвет глаз, и цвет губ, конечно же. И разные подборки лиц есть. Все это есть в этой игре. Далее мы называем нашего персонажа и отправляемся, ребят, в путь. В путь Эмбера. Давно я не играл в такие игрушки, где вам приходится развивать своего персонажа и... как бы и делать это в стиле Диаблы. Ну что, поехали. Здесь у нас различные битвы, обычное управление WSSD, то есть, в общем-то, очень все понятно и интуитивно и прикольно. Немножко убавлю звук, а то вот эти звуковые эффекты слишком чувствительны, типа, как они бьются и все такое. Ну все, поехали, давайте посмотрим. У нас здесь идут битвы, АЦД ходить хорошо. Нажмите соответствующую кнопку, можно мышкой ходить, как вы поняли. И еще... Что я могу сделать? Я могу держать штык, чтобы атаковать, не нацелившись на конкретного врага. Хорошо, в принципе, мне все понятно. Также я могу делать скиллы, открывать на таб карту. Ну, в общем-то, поехали. Бабах. Бабах. Уж неплохо, на самом деле, по графоуни. Бабах. 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 Слушай, а у инженера реально офигенные, типа, ну, картинка. Смотрите, я могу приближать нашего парня, и он реально выглядит прямо мощно. Смотрите, броня, все, ремни. Ух, неплохо на самом деле. У нас есть, понятное дело, премиум-магазин, в котором мы можем покупать различные ништячки из этого магазина. Кристаллы, наборы разные. Так. Это все понятно, мы можем рыбачить, мы можем подземелья смотреть, мы можем разведывать что-то, собирать. То есть, по сути, это полноценная
РПГ-ха. Мы можем посмотреть на нашего персонажа, можем, естественно, распределить ему очки, то есть престижа, храбрости, крови. Это очень классно, что есть сброс персонажа. Знаете, старое доброе время я играл в Рагнарёк онлайн, ребята, и знаете, я ни одного перса не запарывал. То есть я скажу по-другому, я очень много перса запарывал, потому что не было любимой кнопки сброса. Здесь эта кнопка есть. Поэтому будет, надеюсь, чуть полегче. Ну что, у нас есть ячейки для костюмов. Мы можем носить разные костюмы. У нас есть обычные предметы. Пакет новичка, который при помощи правой кнопки мышки мы его откроем. Требования не выполнены. А что там нужно было сделать? А, требуется, нужно качнуться до левела 2. Навыки, естественно, я могу просто прокачивать свои санбёрсты. Сделки и спецэффекты, пожар, повреждения своей цели и все другие враги в радиусе 5 единиц. Давай. Бонус на урон и мгновенный лечебный бонус. Я могу как лечиться, так и наоборот хилиться. Давайте сделаем лечение. Также вот эти скиллы я могу поставить во второй слотик и прокачивать их, прокачивать. Гармоничный выстрел, боевой заряд, пускает огненную дугу. Бонус скорости атаки и вероятность попадания. Бонус до их скорости атаки. Ага, все, у меня больше нет. Сори, мама. Разные билды. По персонажам я хотел бы увеличение урона энергии, увеличение физического урона, увеличивать скорость атаки. Хотел бы на скорость атаки все заполнить. Чисто посмотрим, как это будет работать. Все, погнали дальше. Чуть-чуть приблизим нашего персонажа. И смотрите, смотрите. Опа! Дэндыщ! Дэндыщ! А правой кнопкой если... А, это вот так вот делается. То есть, если он ко мне подходит близь, я его уже могу... Чик ножичком и завалить. Так, вы завершили достижение. Бунчик. Защитник груди истребителя. Вы завершили достижение, нажмите Y. Можно делать различные вызовы. Легкие, жесткие. Осталась только одна золотая монета, вплоть до последней копейки. А, то есть мы выполняем различные квесты, которые мы сами не понимаем, какие мы их выполняем, и при этом получаем награду различную в 5000 монет или еще что-то. Что-то мы там выбили на самом деле. Давайте посмотрим. У нас защитник груди 7,7, а там 27,5. То есть, по сути, восстанавливание оглушения. У нас там по защите это получше, но... В этой штучке оборона в минус уходит, но зато есть атака плюс и исцеление плюс. Попробуем одеть. Смотрите. Эта штука снять предмет снаряжения. Обзор атрибутики. Есть разная атрибутика. Естественно, вот у простого шмота никакой атрибутики нету. И второго левела я еще не выполнил. Иди сюда, гоблин. Смотрите, есть разрушение в игре. Неплохо. Гоблин смакер. Слушай, а вопрос в том, что... Кинжалом. Хлобыкс. Чик. Одно золото. По одному золоту выпадает. Пока, в принципе, мой рейнджер... На изи справляется, делает различные комбы, ушатывает, дай боже. Так, возвращение ржавого хребта по квесту. Давай, помоги нам отбить этих гоблинов. Рай Ридж был захвачен гоблинами. Так, давай попробуем отхватить и защитить. Потом, наверное, нашу крепость. Смотри, гоблины тоже, почему-то гоблины не идут. Пока, наверное, это в роли типа тренировки, что ли. Наверное, потом будет идти полное отъезжание. Хлобыкс. Ну, слушай, урон у меня реально крутой. А давайте проверим, есть ли у меня хоть чуть-чуть исцеления. Я же прокачивал. Оп, ударило по мне. Хлобыкс. Хлобыкс. 268. А есть еще и свой реген. Неплохо. Есть еще и свой регенчик. О, гоблин 5-й левел. На, там ему накидываем. Хлобыкс. Слушай, не зря я выучил кинжал, когда ко мне подходит какой-то тип. Я начинаю его просто резать. Лабекс, лабекс, лабекс. Ты чё? Лабекс. Короче, люблю я на самом деле играть вот за таких типов, как мой персонаж. Это называется, знаете, как это называется? Это называется кайтить. Типа, я могу щит, что ли? Ну да, я что-то удивился. Ну какой нафиг щит, если у меня есть только пистолет? Мне нравится такая тема, где ты кайтишь. Кайтить это стрельнул, смотрите, стрельнул, отошел, стрельнул, отошел. Но пока все в порядке. Этот уворачивается, это что-то наподобие будет будущего босса. У нас выпали рукавицы, вероятность попадания, которые дают. И, по сути, атака плюс 2 еще, ну...
не сказал бы, что прям вообще бодро. Но, как говорится, сойдет. А, полоса у нас левелинга, как обычно, идет слева. И то есть второго левел идет достаточно долго. Если сравнивать с другими игрушками такого же плана, типа. Ну что ты, гоблинский командир, ну когда мы с тобой будем воевать? Ни хрена! Ни хрена себе! Ты что за такой дядька-то? Хотел бы я сейчас с тобой подраться. Чего ты угораешь? В смысле? Убей его! Ну давай. Я думал, у нас босс будет... Дэнс. Тролль. Бабах по 10. Дэнс. Смотри, какой он здоровый. Смотри. Ну-ка, айсики, жалом. Ой. Не хватает скорости-то убегать от него. Давай пока. Ё-моё. Мы просто завалили его. Ты посмотри, что я сделал с ним. И сразу же дали второй левел. Открываем упаковочку. Следующий на четвертом левеле упаковочка. Мне что-то выпало синее. Ящик с общим оружием. Открываем. И здесь у нас длинный лук бойца. Требуется левел 3. Вот она, синяя штучка. О, максимальное здоровье, урон исцеления, шанс увернуться, критический урон, мастерство меча. Блин, меч, конечно, не ко мне, но все же, в принципе, достаточно неплохо по синеве. Свиток городского портала, как Диабло, мы можем телепортиться. Куе мы можем хиляться. Я совсем забыл, первичная энергия, основное зелье здоровья. Так, у нас, естественно, появились навыки. И мне очень сильно понравился вот этот выстрел. Так, давайте еще вот это попробуем. Посмотрим, что она нам тоже даст. И диффузионную гранату тоже попробуем. Посмотрим, что она даст. Но я бы хотел бы дать мгновенный лечебный бонус. А тут я что сделал? Мгновенный лечебный бонус за урон. Так, бонус за урон давай тогда сделаем. Бонус за урон. А, ну все, я же выучил, куда я там полез-то. И, конечно же, сделаем... Так, увеличит урон от темной магии, увеличит урон от светлой магии, увеличит бонус сопротивлению экипировки, увеличит шанс критического удара. Ага. Ага. Интересно. Какие-то странные. Эффект следующей точки это будет увеличить скорость атаки, увеличить шанс блока. Увеличит урон от темной магии, увеличит урон от магии льда, увеличит урон, увеличивает максимальное здоровье, увеличит мгновенное исцеление. Увеличит исцеляющее средство, увеличит урон токсичный. Ё-моё, увеличит урон энергии, престиж, увеличит бонус сопротивления экипировки, увеличит шанс критического удара. Так, ну давай вот сюда вот так вот пока засандалим. Здорово, батя, завершаем квест и идем дальше. Ты их видишь, гоблины вернулись. Кстати, ребят, если вы хотите скачать данную игрушку, заходите по ссылке в описании под роликом. Я ее оставил. Кто хочет попробовать свои силы и окунуться в этот прекрасный мир Эмбера. Покажи, говорит, кто здесь хозяин. Какая-то раса такая интересная. Ну что, я готов. Я на самом деле всегда любил играть вот за каких-то инженеров, за лучников, за воинов. Никогда не любил магию вообще. Вот и появляется наш огромный мир с такими же чуваками, как Кекс и еще другие люди. Поздравляем, каждый раз, когда вы повышаете уровень, вы получаете одно очко, которое присваивается пассивным способностям. Нажмите букву К. Ну, это я уже понял. Вторичные навыки, основные навыки и продвинутые навыки. Потом можно это все будет сбрасывать, и это на самом деле очень круто. То есть, самая главная задача это, как сказать, качаться, а потом уже и спокойно развиваться. Далее, что у нас? Оружие с ящиком. Мы, естественно, где-то можем все это дело продать. А почему у нас вот этот обычные предметы? А, ну типа про свиток, что ли, говорит. Так, квест-трекер. Удалить гоблинскую угрозу и активируйте, используйте круги телепортации. Круг телепортации, я так понимаю, вот он. И целый огромный мир, вот он. Телепортация, да, мы типа здесь есть. Все, за это нам просто дали халявный квест. Смотрите, здесь уже появляются обычные люди, которые тоже... играют, развиваются, естественно, можно с каждым чуваком пообщаться, забрать квестики, но я сразу, ну, у меня типа все есть, и я просто отправлюсь по карте в правом нижнем углу, которая есть, в три определенные точки.
Ух ты. А здесь уже не как в тренировочке. Здесь приходится кайтить. Как же я люблю кайтить. Всегда любил кайтить на самом деле. Слушай, а есть тут такая штука через shift? Да. Вот это самая крутая штука, которая нажимается через shift. То есть, смотрите, я нажимаю через shift, и он у меня будет стрелять, ну, как бы, как бы это очень удобно. Смотрите, shift, shift, могу вот так вот, shift. То есть, прикольно. Ой, по чуваку. Далее поехали, мы уже сейчас дойдем. А нафига я бью крыс? Давайте посмотрим, много ли мне опыта дойдут. Да, с них неплохо опыта дают. Shift, shift, еще моя штука бьет ауешкой. Нифига у него там какая-то пушка у чувака у нашего. Накидывает там, что-то мутит. И у нас появляются шмотки с защитой, с интересными этими, как его, добавками на оглушение. Эй, хватит тут пинать моих чебзиков. Ого, вот и левел. Пошел обычный, самый настоящий кач. Так, я сейчас, конечно же, хочу, знаете, что сделать? Я сейчас, конечно же, хочу испробовать другие навыки. Наносит 95% от огня своей цели. Но это понятно, здесь тоже урон. И удаленный ремонт. Восстанавливает здоровье всех союзников в пределах досягаемости. Еще один квест. Ой, еще один скилл, квест, говорю. Ну-ка, я нажимаю троечку. И могу хоть куда кидать троечку по хилу. Прикольно. Кидаю бомбочку. Ой, слушай, а вообще классный чувак-то на самом деле. То есть я накидываю так вот, так, цель в зоне доступа. Бабах, бабах. Ха-ха. Это уже просто выстрелы пошли. Наносит удар от оружия противнику. Подожди, это все круто, но, конечно же, бы хотелось сам шот сделать. Куда сам шот у нас пропал? А, это и был сам шот. А, это и был обычный самшот. Понял, принял, простите. Текущая звезда. Все, это есть, это есть, это есть. А то смотрю, что-то без взрыва стреляет. Думаю, что за хрень. Идем дальше. Так, нам нужно идти правее. Почему-то у меня только одна осталась. Ох, как хорошо. А, вот разные, другие у меня теперь появились. Вокруг они друг друга могут бить. Ну, вроде как хрен его знает. По-моему... Мне кажется, вот эта штука была бодрее. А, навык именно... Делать пожар, приближаешь к своей цели все другие враги в радиусе. Цель урон от огня своей цели, эффект Set Flame. Маус также будет применен для 3 секунды. Ну, не знаю. Мне кажется, вот эта вот борода будет поинтересней. Убейте Гамма, Экстрим Карма. Поехали, квест-трекер. Мне кажется, вот этот выстрел, который ауешный, вот так вот. Бабах! 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 Выглядит намного эпичнее. Типа он ауехой бьет, и все сразу становится на свои места. Поехали, мы сейчас зайдем. О, это что такое? Типа дрова, в котором просто может лежать что-то, да? Заходим сюда, и что у нас тут? Фига там пацан на картами просто накидывает. Ух, 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 ух. Я думаю, что пора пацанам накинуть такую штучечку. Оп. Хоп, хоп. Самое интересное и классное, что я могу хилять себя. Это мне больше всего нравится. И я не использую никакую ману. Я использую тупо только, как бы, ну, свое умение, что ли, как это назвать. Бабах, бабах. Слушай, а куда у нас делась граната? У нас еще была ведь... о, смертельная ракушка. Ну-ка, давай возьмем смертельную ракушку. И у нас еще, по-моему... А, это исцеляющая граната. Давай попробуем смертельную ракушку. Что сейчас будет? То есть сначала я накидываю гранату, а потом уже просто так бью. Ой, как хорошо, а. Ждем, ну надо ждать перезарядочки. Да, и сразу их разносят. Ух ты. Зайчик резнулся. Лабыкс, я уже левел 4. Так. Накидываем вам подарочки. Фига она тут накайтила себе друзей. А что она убежала? Да они же легко уезжают. У меня есть нагрудники разные, есть всякий лут, и я уже становлюсь намного сильнее. Нам показывают, что нам надо идти вот сюда. Вот, а как туда? А как туда попасть? Ух ты! Ух ты! Вот он!
А мне сейчас зачитает, нет? Вот этот гамма-босс. У него есть два жизни, прикинь. Так. Активное задание гонщика лидер, завершенное задание экстрим карма, успех. Все, убийство Канка 3 осталось. Пойдем сейчас тоже туда, там еще пофармим. Слушай, у меня по хпшкам стало плохо, а я могу себе просто накидывать хил. Так. Слушай, а на меня хил не действует, что ли? А на пацана? На пацана должен действовать. Подожди, это не будет... А, это диффузионная граната. У меня же еще был навык с хилом. Где? Так, ну, естественно, он первой цели на пути врагам, конечно, в области позади. Так, целевая атака на 60% урона противника в своем на пути. Ну-ка, это как это вообще выглядит? 4. А, огнемет просто. Ё-моё. Просто на огнеметил и все. Не, ну дальние выстрелы тоже хорошо. Кстати, огнемет можно за место кинжала поставить. То есть зачем я тогда... Блин, да тут столько, блин, скиллов, я просто в шоке. Я могу просто на правую кнопку мыши вместо кинжала поставить огнемет. Целевая атака на 60% огня противника на своем пути. Кстати, если он говорит, что от огня, то было бы правильно увеличить урон от огня. Тут есть увеличение урона энергии и крови, увеличение урона темной магии, урон от магии, естественный урон, увеличить максимальное здоровье. Ну давай вот кровь замутим, храм, увеличить урон светлой магии, урон от энергии, увеличить исцеляющее, лечение со временем. Так, давай-ка кровь, наверное. Кстати, скорость тоже понадобится. То есть разыграем такую штуку, ко мне чувак должен подойти, и я про... Так, а у нас тут еще очень много в рюкзаке различных прибамбасинок. Так, критический урон. Ну. Ой-ой-ой-ой, вы че? О, арбалет истребителя выпал. Так, это мы потом все разберем. Здесь у нас что? Я это не могу одеть, потому что я не мечник. Правильно, правильно. Урон такой себе. Это такое себе. Что еще прикольное? 7-7, 11. Вот это одеваем. Почему? Вот это одеваем. Далее что? Подождите. Ух, как хорошо. Вблизи можно огнеметом кумарить. Так, и боты одеваем сюда. Потом штанишки нам. Штанишки 29 урона. Штанишки одеваем сюда. А перчатки? Перчатки у меня вообще синие есть. Перчатки одеваем сюда, которые дают всякую фигамантию, которую мы еще с босса выбили. И идем дальше. Следующий квест у нас убийство Кана. Я уже запутался в миллиард скиллов своих. Тут просто развивать можно челбаса своего как тебе угодно. Как тебе лучше просто. Как ты хочешь, так ты его и разбираешь. Дать перезарядки. О, смотри, как быстро отъезжает энергия. Вот и обычный двуручный пацан. Но я больше люблю быть АОЕ пацаном. АОЕшником, мне кажется, быть круто. Но я считаю, что мой класс очень сильно зависит от этих, как его? От... Ух ты! От шмоток очень сильно зависит мой класс, как мне кажется. Смотри, там пацаны что-то общаются, идите в гильдию, там вас плохому не научат. Скоро же электрик глаза подерут и обратно. Короче, прикольно. Пацаны здесь развиваются. Это что такое? Падший солдат лежит совершенно неподвижно. Ай-яй-яй-яй-яй. Я сейчас пропущу своего боссика. Ну нет же. Ну чё, бить Кана. Так, один чувак убил уже Кана. А как же я? Ждем перезарядки, как в обычных ММО-РПГ-хах. Ну что, у нас здесь идет удаленный ремонт, ставит здоровье всех союзников. А, вот. Я могу сделать себе вот так, вот так вот. Пинчик. Пинчик. И восстановил себе по 9 заряда. А-а-а. Ну-ка. Это я могу себе как оздоровительное сделать. Я понял. Я могу себе как оздоровительного чувака сделать, так и жесткого парня. Давай вот этого сделать. Это один скилл на выбор. Все, понял. Так, планетарное тепло. Давай развиваться на планетарное тепло. Посмотрим, что оно нам потом даст. Хочу полностью прокачать обычную ветку стрельбы. Истребители. А, это боты уже, которые не лезут мне, да, походу? Так, сортируем. Сортируем. Меч. Ух ты. Он, кстати, вообще там на изи что-то убил. Ну-ка, давай просто огнеметом тебя пожарю. Ага. Что-то как-то
Так, пистолет, это мое. Перейдите в вооруженный кряк и найдите Даррен. Сейчас мы найдем, подожди. Самое прикольное, что я выбил какой-то супер пистолет. Так, 31 на 8, максимальное здоровье, мастерство меча. Зачем мне мастерство меча? Ух ты ж, ну-ка. Хорошечно. Сапоги истребителя. Остребительный угасающий, длинный лук бойца. Так, здорово. Падший солдат лежит совершенно неподвижно, без пульса или дыхания, сжимая свиток в своих жестких пальцах. Вы заметили имя Дара, написанное на ярлыке, прикрепленном к их передней части? Так, завершить квест. Выберите свою награду на выбор. Но у меня синька на самом деле, поэтому что-то как-то страшно. Вот, ну типа, если с рунами на урон, исцеляющая близость, уровень исцеления, ну хз, по-моему... Так, по-моему, у меня неплохо все. Ну, пошли вон. Это как хорошо АУЕ бьет, а? Как же хорошо бьет АУЕ. Так, движение гоблинский Хаген. Что там, перейти в темный грот и найдите Хаген. О-о-о-о! АУЕ, люблю АУЕшников вот за вот это дело. Защитник груди. Я думаю, что обычные белые... Ух ты, блок... Фига себе, там можно уже и с этими бегать, с пантерками разными, ну, с животными. 8200 можно всякое говно напродавать, но мы отправимся в дальнейшее путешествие на следующую локацию к... Кстати, а вот здесь вот музыка тихо играет, вы заметили, да? Здесь она такая спокойная уже, не мешает, так, такая просто обычная музыка. А вот выстрелы достаточно громкие. Хорошо там прилетает. А вот это что такое? А, ловушка, ну-ка. Слушай, я бы хотел бы прокачаться на всякие турели. Офигенно, вот ловушка тема. Можно ловушек наставить и потом уже начать жесткий бой. Арбалет истребителя. А я могу пользоваться арбалетами, интересно? Так, 28, но у меня получше вроде как. Вроде как чуточку получше. Так, а я здесь не смогу перейти. Нужно по дороге через левую сторону и потом направо. Давай сходим туда. Идем. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы откуда прилетели-то? Свиток городского портала обязательно берем. Без этого никак. Так, можно забрать разные успехи. Только я что-то... Пока не понимаю, как они, ну, где не показывается, что я их могу забрать. А тут что, навыки? А, я и дальше могу навыки замутить. Бонус урона. Так, планетарное тепло. Давай попробуем планетарное тепло. Давай попробуем. Воу, ох ты ж, ё-моё! Вот это планетарное тепло, я понимаю. Вот это, на этот скилл и будем делать основное тебе. Максимальное здоровье, блок питания, атака, оборона. Ну и пофигу. Ну, типа, обороны нету в шмотках, зато чисто атака. Тупо пойдем на малую броню и на офигенную атаку. Слушай, ну я лазер начал прокачивать, а лазер-то имба. Лазер-то тупо имба. Здесь можно было тупо на урон все сделать, и здесь дальше идти. На урон можно, но пока не трогаем. Нам нужно на правую. Что-то надо с правой кнопкой нам делать. Какую-то вот, я не знаю, что тут, таймер-ловушка, трап-трап, скрытая ловушка, умулярный бумеранг, провод-бумеранг. Вот, нам нужно пулеметную башню, это 13-й левел открывает. Очень хочу сильно пулеметную башню. И вопрос такой, я очень хочу, допустим, уже в скором времени сбрасывать скиллы. Я не хочу раскачиваться на какие-то бомбы там бесполезные или еще что-то. Сбросить очки. Вы до Олимпиады вы можете бесплатно сбросить очки навыков. Вы точно хотите сбросить очки? Так, да. Я сбрасываю все очки, и получается, что я делаю? Тупо на урон, 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 урон. Все, это сюда добавили. Далее. Я на правую кнопку жду 13 левел для того, чтобы сделать пулеметную башню. А на правую кнопку я сделаю, наверное, огнемет, что ли. Либо выпускаю огненную дугу, например, целенаправленно огнем всем врагам досягаемости. Так, гармонический выстрел. Ну-ка давай, кот, что он делает? Ну это просто гармонический выстрел. Лучше вот так вот долбить.
Все, здесь мы поняли, что это такое. Да, гармонический выстрел неплохо, все круто. Но вот мина тоже на двоечку. Троечка, это что это? Бросает гранату. Уровень класса 4. Вот. Все-таки мне просится пока огнемет. Целительное пламя, потом идет ракетное горючее и синхронизированное ракетное пламя. Давай попробуем. Бонус скорости. Ага, все. То есть я пока напрокачивался до сюда. И все, и пока борода. Все-таки огнемет это имба, мне кажется, тоже неплохая. Пока. Потом я буду турель просто ставить. А вот это все валить. Пойдем. Слушай, ну гном и именно инженер достаточно интересный класс. Можно мутки мутить лютые. Так, 33, да? Блок питания. Угу. Оборона, атака. Ну не то. Это тоже не то. Белые шмотки, я думаю, наверное, можно выкинуть. Либо, как вы поняли, уже... Ого! Жабы лютые пошли. Новая локация получается, да? Рыбак. Кстати, здесь же можно будет рыбачить и находить всякие штуки. Мне направо как-то надо. Развернуться через дорогу и направо уйти. Естественно, вот как мне сюда попасть? Вот сюда. Движение гоблинских хеген. Вот нужно как-то сейчас мне направо сюда долбануть. Ну, гоу, посмотрим, что здесь. Здесь, естественно, будет сейчас больше опыта идти и сложнее. Общественные миссии в настоящее время активны. Общественные миссии? О-о-о, вот и темный грот, походу, дело, да? И найдите хагенов. Я уже неплохо развился, на самом деле. Это что такое? Это чувак уже себе сделал всяких животинок, которые к нему помогают. Ребят, не забывай ставить лайки и качать игрушку в описании под роликом. Кто хочет в бесплатную играть игрушку такого плана, мне кажется, самое то. Она бесплатная. Слушай, неплохо. Лаума, пятые левелы. И потому попадает. Слушай, неплохо на самом деле, неплохо. Ну, кач пошел сейчас дольше, намного, естественно. Один комбо-килл. Ух. Просто накидываю сразу. Ну, у них ХП, у меня оружие пока не тянет, походу. Надо что-то жесткое вышибать. Во, мы дошли до этой штуки. Что такое? Что такое? Так. Как будто бы что-то с пингом или интернетом. Во, нормально, все. Это либо у меня, либо где. Слушай, давай. Нормально. Все, тебя отколбасили. И вот здесь у нас получается миссия, да? Свиток, найденный на трупе Даррена, привел нас сюда. Завершаем квест, принимаем следующий. А зачем я доски у него ломаю? Жалко, здесь торговца нет. К сожалению, Даррен не смог дать командиру Карлу Делейлу отчет. Какая катастрофа. Убийство Пита, убийство пещерных жителей. Блин, обидно, что не дал мне... Ну, нету здесь, типа, продавать или что-то покупать. Кстати, давайте посмотрим, сколько опыта прибавится, когда я убью этих челбасов. Ну, вроде четвертинка поднимается, но мне кажется, лучше выполнять, конечно же, квесты. И что-то с них ни хрена ничего не выпадает. То есть вначале так все классно, все так круто, все выпадало. Давай-ка наступи, блин, не наступил. А сейчас что-то уже не выпадает. Убийство Пета, убийство пещерного жителя. Ага, это наша первая пещера, в которую мы заходим. Подземелье с одной из сил монстров увеличено. А, я не могу, пока нифига, можно увеличивать разные приколы. Скрытый камерный военный щит. Это типа, что я могу тут найти? Нифига себе, в разные подземелья можно выбирать сложность. Темный. Не, ну, конечно, классно сделано в этом плане. Ой, как хорошо. Как же хорошо работает мина. Слушай, мину надо ставить, у мины мощный урон. Беру свои слова обратно. У мины очень мощный урон. Пистолет истребителя у меня вроде неплохой. Убийство Пит, убийство пещерных жителей. Пещерного жителя. Вот беру свои слова обратно. Это очень сильная мина. Очень сильная мина. То есть, если обычные бобы на нее наступают, то тебе происходит полная жопа.
Так, нормально. Ну, хпшки. Бабах, и нет типов. Так, оборонительный уголь. На 17 секунд действует, к сожалению, только. Смотри, а здесь уже начинают отъезжать хпшки. То есть пещера — это самая интересная тема во всей этой теме. Ух. Мина, конечно, бомбическая. Такая пещера простая, без разветвлений, ну потому что, наверное, самая первая. Ну реально простая пещера. И мобов никак не обойти. Пьем эликсир. ХПшки который. Так, я думаю, это что такое? Зараженные минералы. Этот минерал содержит так много энергии, что при их удержании вы можете почувствовать слабые вибрации. Отдайте этот привет своему домашнему спрайту, чтобы улучшить связь друг с другом. Ух ты. Понял. Так, монетки не подобрал. Но я сейчас уже скоро стану 6-м левелом. И вот здесь, по ходу дела, будет жесткая тема. Там что-то красное светится. А что ж там, интересно, красное светится? Ну смотри, огнемет нормально накидывает урон-то. Огнемет можно напрокачивать. Что вот это такое? Можно тебя открыть? А ну, он заколдован почему-то. О! Хоп! 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 А вот этот монстрик. Так, 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 так. Полегче-то. О-о-о! Всех насобирал. У меня нету ключей, чтобы открывать сундуки с сокровищами. Для этого вам потребуется через 10. Хотите продолжить? А у меня есть только? Это как вообще смотреть? Это что пошло? Это что за фигня пошла? Недостаточно алмазов. Ага. 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 Нет у меня алмазов, к сожалению, на открыть на путевый сундук. Вот как это теперь работает. Так, давай откроем, возьмем себе истребители. Зеленые ботиночки офигенные. И, по сути, пока все. Это что такое? Осколок угасающий. Ага, ну урон типа. Ну все, я типа его убил. Чик-чик-чик-чик. Поножи. Гоу, посмотрим, что за поножи выпали. Синеват 68. Офигеть. Одеваем, и у меня уже синька. Да? Синька же? Ой, куда ты одеваешь-то, дядя? Вот сюда нам. Вот. Так. Обзор атрибутов. Атрибутов немало. Ну и все, уходим в миссию. Ой, в миссию, в портал. Телепортируемся домой. И... очень впечатляющий, ты такой сильный. Я очень сильный. Мы в вашем долгу. Но смерть вождя Пэта не остановит вторжение. Воины, давайте пойдем и крушим костям и поможем армии. Когда вождь Соба умрет, его офицеры начнут сражаться друг с другом. Его великая армия рухнет. Мы установили сторожевой пост поблизости, чтобы видеть, следят ли гоблины за нами. Охотник за мной ходит, по ходу дела, говорит. О, у меня гоплей, здорово. Так, в чатике напишем привет. Ну что, ребят, с вами был Лего. Если вам понравилась данная игрушка, вы можете скачать ее абсолютно бесплатно. Все ссылки оставил в описании под роликом, либо под комментами. Пишите, записать ли мне еще серию по данной игре. Всем удачи и всем пока-пока.